Привет. Представься, пожалуйста. Лесли Айриш, а.к.а. Король Нархоза. Король Нархоза? Да. Скажи, пожалуйста, зачем мы сегодня здесь собрались? Сегодня день рождения у моего незнакомого человека. Где-то в мире у кого-то день рождения. Что-то скажешь? Нет, ты пьешь? Ну ладно, я понял. Так, у тебя оппонент Максвелл Хаус. Что ты скажешь по поводу этого человечка? Неизвестно, что ожидать от Максима из-за того, что он до этого не батлился. Естественно, он может хуй его знает, что выдать. Я так понимаю, он очень серьезно подошел к подготовке. Вызов был неожиданный. Я думаю, он что-то интересное подготовил все-таки. Да? Ты его разъебешь, скажи, пожалуйста. Я его попытаюсь разорвать. Меня... Ну, как обычно, да? Как обычно. Ты своего кумира помнишь? Зареческий бандит. Возвращайся. Один панч из панчографии твоего кумира. Прости, Лесик, но в этом рэперском замесе тебе нету места. Ты на месяц уехал, но никто не заметил. Ты на победу против зареченского парня пометил, но тебе победы не видать, как Кулешову не нырять, куда герой не будет ссать. Раунд, блядь! Удачи, братан! Здорово, дружище! Привет, брат! Представься, пожалуйста. Максвелл Хаус. Кто сегодня твой противник? Как он представил? Лесли Айриш? Я ебу... Я ебу нахуй, как он представился вообще? Долбоёб, короче, длинный такой. Кучерявый, да? Он каждый раз проёбывал, типа, его все знают. Это Коломоец? Не. Да нет, блядь. Это другой Коломоец, блядь. 2-0, типа. Меньше его копия, да? Да, меньше, да. Чё думаешь по поводу батла? Ты его разъебёшь? Да, надеюсь, да. Да, блядь, конечно, разъебу на изи вообще. Look at this dude. No. То есть, надеюсь или разъебешь? Да разъебу, блядь, вообще. На изи, да? Да. Да, вообще. Здесь, блядь. Лол в туалете, да, пока Вероника не зашла. О, да, да. Пару слов по батлу. Свои эмоции. Мои эмоции — предвкушение победы. Очень громкой, и сочной и качественной победы. Удачи тебе, дружище. Спасибо, брат. Давай. Я помню твои 100 баксов, братан. Не сдамся врагам, я встречу судьбу. Врагам не сдамся, продолжу борьбу. Я должен победить, быть шаманом батлов наших. Всех батлов. Воу-воу-воу! Это дача батл нахуй! Пошумим, блядь! Братан, спокойно. Я первый раз. Да я не про тебя, успокойся. Так, ладно. Первый судья, представься, пожалуйста. Я МС Красавица. Уверен? Ну да. Второй судья? МС второй судья. Не надо, ты их видел. Да ты все проебал, ёбок, это была шутка, нахуй. МС твой алкоголь, ебать, тебя в рот, блядь. Алкоголь! Где моя тетрадь смерти? Нахую я ее вертел, как бы. Но я третий судья, МС-герой. МС в рот я ебал, нахуй. Привет, привет! Да ты рот закрой, блядь! В одном ряду стоит, нахуй ты обсираешь, ты друг. Я его. Ладно, МС слева, представься. Не зря ты зовешь себя Максвелл Хаус. Ведь это быстро растворимый кофе для колхоза. Сегодня Лесик in the house. Пора раствориться перед королем Нархоза. Судья справа, представься. Судья справа, да. ОМС справа. Охуя. Максвелл Хаус. Экей. Красавчик 2-0. Экей. Заявочка. Экей. Будущий Нархоза король. Экей. Экей, для скрипа пример. И вообще, меня можно приписать много разных сфер, но сегодня внимание будет не только на мне. Блять, это сложно. Это, блядь, бата надо. Never give up. Да. Нормально?
И вообще меня можно приписать много разных сфер, но сегодня внимание будет наконец-то не только на мне. Проблема лишь в том, что уже понятно, кто здесь будет в полном говне. Да, очень, блядь, понятно. Дайте шуму участникам. По результатам жеребьевки начинает участник справа. Шума участнику справа! Дача батл нахуй. Сколько крутых рэперов с хорошей дикцией и огромной харизмой здесь было. Дача батл нахуй. Я не зря о них сказал, ведь ты точно помнишь, как бился носом об их бляху. Так, ты у нас лесняк. Лесняк, ну, средняк. Лесняк, мертвяк. Ты хряк, блядь. Куле. Уровни батла мультфильм. Кулебяк, и ты сопляк, босяк и червяк. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Олесик придумал какой-то лопушняк. Я бы придумал кличку типа «Волосатый одиночка, то ли сын, то ли дочка». Ой, ну, хорошо. Давай сначала. Сначала твоего конца. Мой первый курс. Меня все знают только из-за лица. Тебя же хотят забыть, потому что из мамки ты вылез крайне хуевого образца. А? Кстати, о мамке. Я не знаю, кто она, и не хочу обижать эту самку, но вот ее чадо сегодня получит сполна. Простите меня. Вообще нахуй. Простите меня, лесняк Светлана Романовна. Мне вас искренне жаль. Ведь вас не учили, что нельзя бить детей головой о сталь. Да, молодец. Итог такой. Растет изгой, который тонет кишкой. Но к твоему счастью, папаша говорит, что так приначертано судьбой и ставит свечечки в церковь за упокой. Хорошо, продолжим. Сейчас я вспомню, что там дальше. Я застал Никиту, когда он думал, что ЧСВ это плохо. Тогда он на полном серьезе на меня наехал, на что я подумал, ох уж это мнение лоха. Ты упрекал меня в том, что у меня охуенная тёлка. Да. Да, она заебись. Но, малыш, правильно девушек называть научись. Может, тогда тебя перестанут слышать фразу «Я срал там, где они еблись». Вы хоть вышли по очереди? Может, тогда тебя Может, тогда ты станешь реально крут. Сможешь залезать хоть кого-то из Team, сук. Хоть какие-то тёлки потекут, и ты сможешь снять напряжение с рук. Да, это дерьмо, блядь. Вот. Вот, вот, вот дерьмо! Я забыл, что ты и на вид полное чмо. Блядь, сейчас. Есть еще одна охуенная история. А, охуенная тема. Когда я писал текст, я понял, что это просто шикарная схема. Все ведь помнят фразу «уважай старшего».
Когда вы ее слышали последний раз? Я тоже не помню, ведь это все оказалось попросту на показ. Никита хотел получать уважение, ведь он уже натерпелся от жульбанов унижений. Да, я знаю. Да, мы знаем, что именно ты у них был козлом отпущения, и да, я жду твоих кивков соглашения. И вот, когда прошла вонь, он заорал: «Я король!» По факту, Никита, самоназванный ноль. Какой король будет обижаться на своего сердца, мадам? Настоящий король обидит всех вокруг, но никогда не обидится сам. Сейчас. Полегче, давай. Никита, я как-то видел, как ты целуешься. Ты был похож на 40-летнюю лесбиянку, и там особо не полюбуешься. Кого ты разъебал? Лесбиянка старая. Шуму дайте человеку. Кого ты разъебал? Ты уже давно проебал, ублюдок длинноволосый, ведь больше хайпа, чем все, что ты создал, вызвали одни мои кроссы. Я писал ему в инстаграме комментарий, да. Ну вот, типа, я зашел в Дача Баттл нахуй с небольшим опозданием. И вы можете меня поздравить с этим, как по мне, удачным начинанием, ведь я будто сожрал этот штрафной раунд с диким желанием, блядь. Я бы мог зачитать намного краше, но ты захотел проебать побыстрее, я сделал раунд за неделю, как никогда раньше. Сейчас. И думаю, вы согласитесь, что рифмы были не лучшие, но уже видно, как его рожа нахлобучена. Ой, блядь. Макросёлку. А теперь попробуем угадать, что придумал в батле ты. И сразу говорю, ведь ты не сможешь мне дать жесткой пизды, потому что глисты добрались даже до твоей головы. Возможно, ты скажешь, что я нарцисс, но в большинстве случаев они себя переоценивают, поэтому текст переписать поторопись. Может, ты скажешь, что я щипаю брови, но такие панчи нахуй не нужны. Блядь, я забыл рифму. И похуй, блядь. Похуй. Встречай их похуй. И сейчас будет последний панчлайн. Я говорю тебе, давай, теперь ты меня говном обсыпай. Ну, а это так тебе, чисто на чай. А что, на плакат не хватило денег? Ты давай не въебайся. Он не пьяный, ты не раунд? Да, да. Нет, воровка. Дайте шума МС слева, твоя очередь, братан. А он не будет цеплять достаточно. Шуму фейковым, папка. Короче, ты сказал какую-то хуйню про короля. Но для меня корона — это чисто аксессуар. Ты слащавый пидор. Для меня король — это чисто амплуа.
Короче, сейчас будет хуёвый батл. Только, только из-за того, что перед этим был хуёвый раунд. Сейчас будет дохуища мата, только из-за того, что передо мной стоит этот даун. И нахуй ты меня вызвал? Ты в курсе, что наркоз — это моя локация? Я сказал кентам, я буду батлить на следующей вписке. С кем? С Максвелл Хаусом, бля. Ёбаный ротик! Понимаешь, я 24/7 с перегаром. Это не сравнить с твоими проблемами с загаром. Сейчас объясню. Понимаешь, я постоянно хожу убитый. Ты же постоянно находишься в тени Лолиты. И я с Лолой по-дружески общаюсь тесно. Я не понимаю, зачем ты с ним. С ним даже батлиться мерзко, как хавать мокрыми руками чипсы. Думаешь, если ты победишь меня, то сразу выйдешь в дамки? Хуй там, блять, не получать ты это парням, которые до сих пор висят на шее у мамки. Ебать ты туп. Ты понимаешь, я рок-звезда, а ты, сучка, лишь в списке моих райдеров. Ты уже здесь труп. Потому что ты забыл, что у меня не кенты, а тупо куча охуенных гострайтеров. Возможно, ты вложил в свой текст душу. Я же вложил ее в суши. В день студента, в день рождения Лолы. Как тебе, Мажик, такие приколы? Охуенно писать текст, будучи безработным. Я же король, бог и золото. А кто ты? Ну так, кто ты? Ну так кто ты? Супермен с бикини-ботом? Да я такой донной по... Ну так кто ты? Супермен с бикини-ботом? Да я такой поебот и не видел даже на, в катках по доте. До чего ты добился? Тупо засветился на танцах? О, блядь, шум. Шум. Путь-путевал, Илья. До чего ты добился? Тупо засветился в танцах? Да заслуги этого индивидуума можно посчитать на пальцах. У меня в голове такого говна, блядь, ни края не видано. Ты понимаешь, я могу у тебя батлить, даже буду в говно убитые. Я попадаю в сердце этим ребятам, будто я в тире, блядь. Тебя будут повторять только, если ты будешь меня цитировать. Иди нахуй! Сука. Малецкий ебущий, а не заплатить! Позовите скрипа, блядь, ему понравилось. Да чего ты добился? Научился танцевать? Да заслуги этого индивидуума можно посчитать на пальцах безрукого инвалида, блядь! Знаешь, я сейчас поясню, да? Я не хуёвый танцор, но не поехал на фэшн-па. Думаете, из-за любви к наркозу? Да хуй там, просто с такими панчами меня не пускают даже в автобус, потому что это бомба, бля. Я надеюсь, что этот батл для тебя будет, парень, как урок. Тебе нет нихуя агрессии, просто слащавый пидорок. Я надеюсь, после батла у меня не будет диабет, ведь по факту ты самый сладкий в наркозе. Других таких, блядь, нет! И ты мажешь волосы гелем, в барбершопе бреешь виски. Но я как мокряк, и сейчас нахуй выкручу твои соски! Знаешь,
Ты, блядь, лох, нахуй. Я здесь амбассадор риса. И сейчас меня на секунду послушай. Здесь шум еще раз. Шум? Да ты заебал, нахуй. Ты лох, блядь. Я амбассадор роллов и риса. И меня на секунду послушай. Я сейчас обоссу тебя так, что ты еще долго не сможешь хавать суши. Знаешь, я... эксперт по восточным традициям. Я такой, мастер оригами. Я сложу тебя сейчас так, что до конца своей жизни у тебя будет с глаз вонять хуями. И знаешь, на самом деле я немного завидую. Ты такой примерный парень. Ну понимаешь, эти суки затоптали ногами мою последнюю надежду на моногамию. Я будто на сцене, и я падаю. Максвелл Хаус стоит возле моего члена и думает, что это статуя. Ты же для баб как светоч в темноте. Твой, блядь. Ты... Думу, блядь. Ты для баб тут как светоч в темноте кромешной. Но здесь все знают, что у тебя яркая, блядь, только внешность. У тебя такое ебало красивое, прям пиздос. Если бы это был не я, то я подумал, что на него кончил Христос. Еще шума. Сейчас, блядь, акция. Его за гривни можно купить его задницу. Рот в подарок. Хэштег «Черная пятница». И знаете, сегодня, несколько минут назад, был день памяти Голодомора, но у Максвелл Хауса по другой причине траур. Он хотел тупо побатлиться, а его словами отхуярили. Раунд. Ладно, дайте еще раз шуму МС слева! Ёбаный рот. Так, ребята, дайте шума участникам! Не трожь моего малыша. Ты чё, сука, алё? Это моя серия на утро. Знаете, что ему сказать? То же самое, обстоял бы, то же самое. Красавчик, все, что он сказал бы, могло бы под меня подойти, блядь. То же самое, обстоял бы, то же самое. Красавчик двойной, что ты хочешь, блядь? Ну, знаете, типа, ну, вот Макс вроде как, я тоже был в его шкуре, типа, у меня был тоже первый раз, тоже с Лесиком. Ты в его шкуре! Тоже был в его шкуре! Можно понимать, да, двухсмысленно. Типа, Макс молодец, Макс постарался, да. Типа, он выучил слова. Он реально. Да, Лесик подсматривал. Ну, Лесик уже бывал, и типа, у него реально была куча классных тем, была куча классных шуток, типа, именно все они почти заходили. Типа, да, Макс не дотянул немножко, то я, наверное, свой голос отдаю за Лесика. Ты тоже молодец, это вообще круто получилось. Это... Второй судья. Я так не могу сука, уже. Сука, сюда. Дайте... Пидор, сука. Я курить. Второй пидор, судья. Второй судья. Ае, Соломуя. Приятно здесь быть, нахуй. Короче, ладно, чисто по факту. У Макса Хауса было прикольно, типа, прям неожиданно, прям, ну, в натуре я бы такой, типа, ебать, красавчик, опять Лесика разъебали, как, в принципе, обычно, нахуй, но Лесик такой, типа, тоньше сделал немножко подачу, ну, типа, не скажу, что перепрыгнул через голову, но были тоньше панчи, были тоньше шутки, и, ну, я даю голос за Лесика, потому что реально были тоньше шутки. Можешь не говорить ничего. Я, конечно, нихуя не решаю, ебать. Не почти, как обычно. Как обычно, ебать. Но давайте я не буду пиздеть, было, пожалуй. Было, и, было, да, скажем так, с точки зрения моей, я не думал, что когда-то такое будет, но, Лесик, мой голос за тебя тоже. Когда Леся хайпанул! Мэри Крисмас!